Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина Кипершлак из Израиля. Тренер сборной Израиля, судья международных чемпионатов Европы и мира. Директор направления Nail Art в Израиле. Также директор компании Клюте, которая занимается производством и продажами материалов по всему миру. Приглашаем к сотрудничеству также дистрибьюторов, учебные центры, центры продаж и так далее. Готовлю мастеров к чемпионатам на мировую площадку. И на данный момент мы находимся на чемпионате в Азербайджане Ирины Перкулиевой, за что ей огромное спасибо. Мы уже не первый раз на ее чемпионате. Это действительно замечательное поле, где мастерам есть возможность где себя проявить, как себя преподать и показать действительно настоящие, хорошие, положительные результаты. Хотелось бы, чтобы наша индустрия развивалась, процветала. Мастера стремились к чему-то большему. Из мастеров перерождались уже и в инструкторов, преподавателей, в судей и так далее. Для этого, в принципе, и наше основное предназначение главных судей и тренеров, которые существуют. Потому что индустрия не должна стоять на месте, должна двигаться, и всегда нужно давать дорогу молодым. Если мы не будем делать это мы, кто же сделает это за нас? Хотелось бы отметить такой факт, что конкурсное движение очень серьезно на самом деле, в отличие от того, что может показаться, потому что площадок на сегодняшний день очень много, но чистые прозрачные площадки, на которые бы хотелось поехать не только участвовать, но и даже судить, не так много. И каждый судья, прежде чем ехать на какой-то чемпионат, на судейство, должен очень хорошо понимать, с кем он будет судить, какое предназначение этого судьи, как он себя должен там вести, потому что профессиональную этику нашу никто не отменял. Ну и, конечно же, пригласить всех на наши странички. Это в Фейсбуке, это в Инстаграме, это ВКонтакте. Вы можете найти лично меня, Ирина Кипершлак, или компания Клюте. Пожалуйста, мы открыты к любому сотрудничеству. Всем благ, процветания, всего самого наилучшего. Благодарю вас за подобную информацию, позитивную. Спасибо и вам. Спасибо и вам, всего хорошего.